Друзья, всем доброе четверговое. Это уже не утро, уже скорее день. Омерзительно себя чувствую. А ты как себя чувствуешь, Мирыч? Нормально. Ты всегда нормально себя чувствуешь, тебя как ни спроси, при любом здоровье, при любом состоянии. Мы с Дамиром Владимировичем отправляемся к педиатру. Зато я себя чувствую омерзительно. И нос заложила, и уши, и голова какая-то в тумане вся. Я вся как в тумане. Давай. Начинай. Начинай нам. Двадцата. О, Господи, у меня аж голова кружится. Да? Как можно понять? Как можно понять по повязке, это значит, что на улице уже достаточно тепло, чтобы я опять сняла с себя шапку. Чувствую себя плохо, голос вернулся. Как вы видите, голос вернулся. Вчера он еще такой был моментами. Он то появлялся, то снова пропадал, то шепотом, то вроде нормально могла разговаривать. Было очень больно, как будто мне колят ножами в горло. Было очень больно разговаривать. Ножами? Да. Но все-таки я разговариваю, как вы видите. Все-таки я могу говорить. У нас сейчас по плану сходить к педиатру и взять просто всякую вот эту вот корм, там, короче, наполнитель для лотка, кошачью всякую ерундовину. Вот, и все, и домой. Дальше лежать, болеть. У меня температура, я вся как в тумане. Все, всем хорошего дня.